Людки, цветочки. Мам, ты еще долго? Мне косметичку забрать надо. Марина, ты куда? Тебе еще рано. Мне к Дэну в общагу заскочить надо, поговорить. У него там какие-то проблемы. У твоего Дениса постоянно какие-то проблемы. Слушай, мам, перестань. Я ж ничего не говорю про твоего Олега. Может, он мне тоже не нравится. Олег самостоятельный взрослый мужчина. Так, ладно, мам, хватит. Я перед работой домой забегу. Мне костюм забрать надо. Нет, твоя работа. Слушай, мам, ну опять ты за свое. Ну работа как работа. А потом мне себя в форме держать надо. Ты его когда-нибудь окончательно потеряешь? Не потеряю, он удачу мне приносит. Ладно, мам, пока. Пока. Загадочный процесс – это беременность. Вы знаете профессора Гаврилова? 1,5 курса мединститута. И какой у меня срок? Ну, так, приблизительно. Я думаю, 3 недели. УЗИ покажет точнее. Впрочем, что я вам объясняю, у вас же 1,5 курса медицинского института. Присаживайтесь. Угу. Так, держите. Даже не понимаю, как так получилось. Ну, милочка. И что теперь будет? Что будет, что будет? Ребенок будет. А я не понимаю, что вы так испугались? У вас же не первый. Да мне уже 38 лет. Ну и что? Это не возраст. Сдадите анализы и снова ко мне. Угу. Спасибо. Угу. Ой, да что ж ты. Ну, впрочем, анализами займетесь завтра. Успокойтесь. Домой идите, мужа обрадуйте. Ну да, мужа обрадую. До свидания. До свидания. Алло, я слушаю. Извините, срочный звонок. Да. Нам нужно серьезно поговорить. Что, прямо сейчас? Я занят. Давай отложим до вечера. Приходи, как всегда, там и поговорим. Хорошо? Жду. А... Наталья Сергеевна, вы эти отчеты смотрели? Да, несколько раз проверяла. А как вы их проверяли, когда у вас итог не сходится? Каким местом вы их проверяли? Ничего женщинам доверить нельзя. Вы уж извините, пару минут и все подпишем. Вера Васильевна, опять курите. А у вас давление? Милочка, у всех давление. У них у всех 90/60. Врач вам запретил. Светочка, если бы я выполняла все предписания врачей, то, наверное, давно бы уже отправилась за многими своими ровесниками. Да. Здравствуй, милочка. Да-да, конечно, я уже обо всем договорилась. Иди и ни о чем не думай.
понарожают без отцовщину. А ты, Вера Васильевна, помогай. Вы ведь, Светочка, еще застали те времена, когда женщины были целомудренны. Не то, что сейчас. Вера Васильевна, вы меня не отпустите сегодня пораньше? Что-то мне не здоровится. Вот. А вы ведь и не курите. Ну что ж, надо так надо. Спасибо. Можете идти, я вас не держу. Ну да, молодец. Ну дает. Круто. Да, да. Да, все-таки эта Булавская добилась, чтобы тебя отчислили. Но ты не парься, у тебя есть талант. Это самое главное. Жалко, конечно, что ты нашу богадельню покидаешь. Без тебя здесь будет скучно, что ли? Точняк. Ну, зато нам с Денисом будет весело. Да? Ну, вам-то, конечно. Так а что теперь? Чем ты будешь заниматься? Ребята, вы за меня не переживайте, мне есть чем заняться. Я буду диск записывать. Там такой замут. Snoop Dogg'у даже и не снилось. Да ладно. На это же деньги нужны. Ну, естественно, нужны. Но я их нашел. Друзья крутые помогли. Все-таки ты везунчик, Дэн. И друзья крутые, и диск записывать будешь. И девушка он какая тебя любит. Да. Есть за что. Да. Везунчик Дэн. Послушайте, хорошее название для проекта, как вы думаете, а? Остановка городской парк. Следующая остановка школа. Что такое? Нам нужно поговорить серьезно. Девушку любишь, себя губишь. Крышу сносит, а она возьмет и бросит. Но ты, брат, не грусти, ты себя отпусти. У тебя своя дорога. Ты такой один, а таких чик много. Йоу! Скворцов, опять ты сабанту устраиваешь? Время на сборы у тебя до завтра. Чтобы до обеда тебя не было. И вообще, ты у нас больше не учишься. Так что освободи помещение для более достойных студентов. Тебе понятно? Понятно, сэр! Клоун. Адьос. Ведьма достал уже. Слушай, Дэн, мне пора. Я пошла, пока. Мариш, ты у мамы спросишь, да? Ну, я же сказала, конечно, поговорю. Всем пока. Пока, Марин. Давай, пока, Марин. Ты вообще понимаешь, какой ребенок? Как? Ну, как ты могла это допустить? Так получилось. Светочка, ты пойми, нам сейчас это не нужно. Олег, у нас так все хорошо было. Я думала, мы будем вместе. С чего ты решила, что мы будем вместе? Я вообще-то женат. Ты женат?
Свет, ты понимаешь, у нас так все быстро закрутилось, и я не хотел тебя потерять. Я не успел тебе сказать, но у меня есть семья. Они живут в Питере, а я здесь в командировке по контракту. То есть там у тебя семья, здесь у тебя родители. А я, получается, сиделка широкого профиля? Послушай, ну, Свет, ну не надо драматизировать. Давай договоримся так. Я дам тебе денег, ты сделаешь аборт. А если не сделаю аборт? Ты меня бросишь? Свет. Свет. Я люблю тебя. Но еще один ребенок мне не нужен. Свет! Света! С вами все в порядке? Да. Не сильно ушиблись? Нет, все нормально. Может, в больницу? Нет. Извините, я сама. Вы куда? Мам. Мариночка, давай не сейчас. Сейчас. В общем, дело касается меня и Дениса. Мы решили пожениться, и он переезжает к нам. Что ты молчишь? Это все как-то неожиданно. Даже не знаю. Ты со мной не посоветовалась. А что мне с тобой советоваться? Я уже взрослая. Мы все-таки одна семья, мы живем вместе. Семья, мама. Это когда в доме есть мужчина. Семья, Мариночка, это четкая иерархия. Когда есть старшие и младшие. И если младшему что-то пришло в голову, он должен посоветоваться со старшим. Ты уже учудила. Со своей так называемой работой. Слушай, опять ты со своей работой. Между прочим, я учусь в хореографическом училище. Мне нужно хорошо выглядеть. А во-вторых, мама, мне нужно тебе помогать. Платить за мою учебу. Или мне тоже идти задницы старикам подтирать? Такие пироги, Иван Иванович. Так что отчет по продажам я вам сдам только завтра, к обеду. Ты, Олег, главное, не парься так. Бабы, они есть бабы. А вот отчет – это святое. Знаете, Иван Иванович,
Возможно, я ее люблю. Наверное. Мне с ней хорошо, в общем. Но не до такой же степени. А жена? Жена – это жена. Там тоже не все гладко. Ты думаешь, почему я из Питера в Москву перебрался работать? Я же москвич. А тут еще с отцом все плохо. Так, может, помощь какая нужна? Не-не-не, там уже, слава богу, он на поправку пошел. Кстати, благодаря Светлане. Она у него сиделкой была, там и познакомились. Знаешь, Олег, тебе просто надо отдохнуть. Ей-богу, исчезнуть на время. Поедешь в наш филиал, в Новосибирск. Там и развеешься. Кстати, там у нас Томка есть. Женщина на все времена. Никто не жаловался. А? Дайте мне пару минут. Да. Ну что, ты приняла решение? Да. И что? Нет. Оформляйте поездку. Еду. Вот и чудненько. Олежка, не пожалеешь. Томка, во! Мы, кажется, обо всем уже поговорили. Привет, сестренка. Это я, Татьяна. Ой, Тонечка. Что, не узнала? Привет. Прости. Что-то случилось? Нет-нет, все нормально. Тань. А у меня свадьба. Приедешь? Свадьба? Да. Опять свадьба? Ну да. Приезжай. Конечно, я постараюсь, если получится. Пока еще не знаю. Буду ждать. Угу. Приезжай обязательно. Пока. Пока. Ну что, поедешь ко мне? Конечно. Обязательно поеду. Я парень такой. Давай! Давай! Хороший! Уважаемый, девушек трогать нельзя. Ну не мешай ей, пусть работает. Подожди ты! Давай. Ой, хорошо! Пойдем, пойдем. Нормально, кундир, все нормально! Давай сюда! Давай, наливай! Давай! Давай на 5. Слушай, Дэн, чего Маринка в тебе такого нашла? Я не понимаю. А ты завидуешь, да? Нет, но... Не понять тебе, видишь, женскую душу. Дёнька на гитаре играет. Ну тогда понятно, красавчик. Да, кстати, Дэн, что там... С записью диска нашего. Продвигается? Да ты не парься, все в порядке. Я со студией договорился, так что все под контролем. Да я не парюсь. Просто денежки-то
не с неба капает. Ага. А вот с этих вот карманов. С двух карманов. С двух карманов. Ладно, ребят, давайте. За русского Эминема! Мама! Скажи, сколько и поехали! Ну! Ты часто мне оборзела, милая! Вообще рамзы попутала! Ничего себе, Маринка! Не надо, не надо! Успокойся! Зачем? Ты халуй, ты ручонки-то убери, ты забыл, кто я? Может, мне начальнику, корешку моему Виталику про тебя сказать? Он тебя быстро на парковку определит. Ты, сучка, ты еще пожалеешь, понятно? Да иди ты! Мариш. Ты это видел? Вообще. Ну? Что ну? Поклонники рвут на части, что я могу поделать? Конечно, поклонники. Быдло местное, а защитить некому. Я всегда готов на защиту чести моей принцессы. Ну, охрана у вас больно быстрая, я даже подойти не успел. Ты тоже хороша. Зачем мальчику костюм испортила? Ничего страшного, новый купит. Да ладно, Мариш, не парься. Ну, расслабься и все. Да нет, Вить, спасибо, я на работе не пью. А потом завтра у меня отбор в основной состав мюзикла. Да. Спасибо. Поздравляю. Удачи. Но спасибо. За основной состав. Точнее, основной состав. Ребята, а поделитесь красавицей для приватного танца. А больше тебе ничем не поделиться? У меня есть много зеленых бумажек. Если понравится, поделюсь. Ого. Ничего себе. Офонарел парень. Ты со мной поделись, я станцую. А не вопрос? Пойдем. Давай, давай, Дэн! Давай! Нормально, да? Давай, иди! Ну что? Что сидишь? Давай, иди! Доброе утро, мам. Доброе утро. Мам, ты извини меня за вчерашнее. Ничего, бывает. Знаешь, на самом деле Денис очень хороший человек. Он перспективный музыкант. Марин, я же не против. Ну вот послушай меня. Вы повстречаетесь, узнаете друг друга получше. Ну а то сразу жениться — это как-то несерьезно. А у тебя с моим отцом серьезно было? Я твоего отца любила. Да! Угу. И где же он, мой отец-то? Это что? Что это такое? Марин, я тебе все объясню. Что ты мне объяснишь, мама? Тебе на старости лет рожать приспичило? Где мы жить будем? Здесь? Табором? Или ты к Олегу уедешь? При чем здесь Олег? Конечно, ни при чем. Это Святой Дух. Олега больше нет. Умер, что ли? Нет, не умер. Мы расстались. Понятно. Ты когда в больницу пойдешь? Уже ходила. На учет поставили.
Какой учет? Я говорю, когда ты на аборт пойдешь. Ты что, рожать решила? Одна. Опять одна? Ну что ты молчишь, мам? Ты вспомни, как нам тяжело было. Чего нам стоило из этой нищеты выбраться хотя бы немного? Ну что ты ему дашь? Такое же детство, как у меня в обносках? Мам, он... Ну не нужен он нам. Ну ты же понимаешь, что не нужен. Алло. Привет, Мариш. Да, Дэн, привет. Ты там что, плачешь, что ли? Нет, мы просто с мамой фильм смотрим. Да, а-а-а. Такой. Ну ты с ней поговорила? Скажи, пусть приезжаю. Я все сделаю. Алло, Марин. Ты меня слышишь? Первый раз, что ли? Угу. Первый раз всем страшно. Всем. А ты, мамаш, небось уж не впервой тут. Не впервой. О, Кочкина, ты опять? Ну, заходи, раз пришла. Ходят тут, ходят. Надоело уже. Как только земля паразиток носит. Сладенько было. Любишь медок? Люби и холодок. Ноги подними. Придет, потом тетя Люба к нам заедет. Тетя Люба всегда подарков много привозит. Ты не капризничай, много мороженого есть нельзя, а то горло заболит. В прошлом году как мы тебя долго лечили, помнишь? Посидим, когда ждя нет. Хорошо? Блин, все-таки классный у тебя магазин, Гордей. Каждый раз удивляюсь. А как ты вообще смог раскрутиться так в Москве? Да просто я, Дениска, своим принципам не изменяю. Рок-н-ролл forever. Да ты ж сам в мой рок-клуб в Озерске бегал. Какой был клуб. На весь регион гремел. А сейчас у вас что? Рэп, хип-хоп, R&B? Вот что тебе твой рэп дал? Пока не дал. Слушай, у меня к тебе дело есть. Ну? Я здесь у ребят денег занял, ну, на запись. И уже немного потратился. Ай-яй-яй. В общем, можно будет у тебя на студии, ну, как-нибудь подешевле записаться? Как земля к земляку. Ну, раз такое дело, как земля к земляку, конечно, можно. Блин, спасибо тебе огромное. По гроб жизни тебе обязан буду. Да, не за что. Потом сочтемся. Хочешь, похвастаюсь? Давай. Вчера инструмент один взял. Миллион отдал. Да ладно. Гитара, говорят, сам на ней Джимми Хендрикс играл. Звук отпад.
Хочешь, покажу? Опа. Видал? Вот это я понимаю инструмент. Можно? Блин, мне бы на такой записаться, а? Дорогое удовольствие. Очень дорогое удовольствие. Свет, привет. Я тут голубчики затеяла. Гляжу, риса нет. Не чуть-чуть. А, риса, значит. Сегодня мусор выношу, смотрю, Маринка твоя с парнем каким-то приятным. Веселый такие. Так культурно поздоровались и сумки мне в квартиру занесли. Попозже выходят в обнимку. Может, свадьба скоро? Может, скоро. Симпатичный такой. Ну ладно, я пойду, а то у меня рис там сгорит. Зачем приходил-то? А что, не сказала? За сметану, я ж голубчики затеяла. Ну, нет так нет. Что, в филармонию записался, что ли? Да нет, сегодня же у Маринки отбор в мюзикл. И я ее тут типа жду. А, ну ясно. Ну ты помнишь, да? Андрюха, все на мази, за бабки не переживай, все будет нормально. Ну давай. Жлобяра, где бы ты был без своего папаши? Взяли. Да ладно. Дай сигарету. Фигово. Оля, блин, Петрова. Режиссерская подстилка. Она, видите ли, лучше. Держи. Еще мам с своей беременностью. Какой беременностью? Видишь ли, Дэн, мама у меня беременна. Что, реально, что ли? А что ты ржешь? По-твоему, это смешно? Во дела. Слушай, ну и как мы теперь? Ну, она сказала, что все уладит. Ладно, пойдем куда-нибудь, мне стресс нужно снять. Дурак. Мам, привет. Мама, здрасте.
Денис, давай это, иди спать, все. Давай. Спокойной ночи. Мариночка. А что такое Йо? Извини. Ничего себе. Вот. Вас ждала. Мам, спасибо большое. Курила? От тебя сигаретами пахнет. Может, и курила. Марин, сколько раз тебе говорила? Ты должна думать о своем будущем. А ты? Ты в поликлинику ходила? Ходила. И что? И ничего. Что значит ничего? То и значит. Ты не сделала аборт? Нет. Почему? Не захотела, передумала. Вот так ты о моем будущем думаешь? Марин, я всю жизнь только о твоем будущем и думаю. Оно и видно. Отца нет, все детство в нищете. Давай теперь в этой конуре толпой будем жить. Правильно, мам. Продолжай портить всем жизнь. Я пока, Мариночка, жизнь только себе испортила. Здрасте. Денис, вы бы хоть форточку открыли. Или на балкон вышли. А лучше на лестницу. Вообще-то он у себя дома. Где хочет, там и курит. Но пока еще не у себя дома. Марин, я не понял. Так, ты давай лучше иди оденься, мы без тебя разберемся. Ты мне решила окончательно жизнь испортить? Марин, будет лучше, если он выйдет на балкон. Будет лучше, чтобы тебя здесь вообще не было. Дэн, давай одевайся быстрее, через 10 минут выходим, а то опоздаем. Не опоздаем, не парься.
Здравствуйте. Ой, Светка, ты что ли? Ну что, надумала? Давай, приезжай. Только свадьбы не будет. Как не будет? А, это такая история. Приедешь, расскажу. Таня, это будет удобно, если я приеду. Спрашиваешь еще. Я теперь дама. Одинокая, свободная. Да и тебя 100 лет не видела. Все, я выезжаю. Тут посадку объявили. До вечера. Ага. Пока. Я вам говорю. Привет, бездельник. У меня для тебя одно дело есть. Ко мне сестра приезжает, нужно встретить. Только ты, Олежек, аккуратненько, она дама столичная, строгая, зовут Светой. Все понял? Давай. Мам, мы пришли. Мам, ты где? Смотри. Чего-то я не поняла. А что здесь непонятного? Съехала твоя маман. Денис, аппарат, подожди. Абонент выключен или находится вне зоны действия сети. Ну, мама. Да не переживай, ты найдем и твою маму. Да? Да. Это вы Света требуете или меня встречаете? Светлана. Значит, вас. Олег. Ну что, поедем? У меня за углом Мерседес стоит. А Татьяна не говорила, что мне кто-то будет встречать? Татьяна женщина непредсказуемая, зато добрая. А вы как-то не очень на сестру похожи. Может, двоюродные сестры. А-а-а. Вот он, мой красавец. А ваш Мерседес, я смотрю, трофейный. Да нет, я его своими руками собрал. Одевайте, а то разобьемся, Танька мне точно голову оторвет. Садитесь. Ой, сейчас. Поехали! Ну что, приехали? Держите. Ну вот, проходите. Вот. Ой. Сколько раз Таня в гости звала? Все времени не было. Наконец-то выбралась. Ну и правильно сделали, что выбрались. Татьяна сказала, что задерживается.
Так что милости просим. Спасибо вам большое. Да не за что. Если что, я в соседнем доме. Поняла. Да. Всего доброго. До свидания. Жизнь такая, сестренка. Недоделанная какая-то. Ни раз, ни полтора. Врачом стать хотела. В институт поступила. И на тебе Серегу встретила. А за мной такой парень ухаживал. Юрий. Потом хирургом стал. И главврачом в больнице. И меня к себе пригласил работать. Даже с квартирой мне помог. Он, наверное, сильно тебя любил. Да нет, у него семья, жена, все было. Теперь, может, светило в медицине. А я что? Серега испарился. Я одна с дочкой. С копейки на копейку перебивался. Помню, куплю Маринке фруктов. Ешь, Маринка, ешь, ешь. А сама грызу апельсиновые корки и рыдаю, рыдаю. Сиделкой потом пошла работать. Ну, к богатым людям, состоятельным. Чтоб денег побольше зарабатывать. Чтоб, опять же, Мариночка была сыта, чтоб одета была не хуже одноклассников. Олега встретила. Ну, думаю, вот оно, счастье-то. А вот видишь, как вышло. Нет, Светка, счастливая ты. И счастья своего не понимаешь. Ну, что там жена, семья, Серега, Юрка? Какая разница? Главное – дети. Вот дочка твоя, вот это от Бога. А я, дура, согласилась тогда на аборт. А сейчас бы моему ребенку 20 лет было. И плевала бы на все их мнения. Ну и что толку? Что я свободная, и мужики меня любят. Счастья-то нет. Не дрейф, сестренка, вырастим. Давай за нас, а Маринка твоя еще приползет к тебе. Thank you.
Алло. Мам, привет. Слушай, а ты куда пропала-то? Мы все испереживались уже. Мариночка, у меня все нормально. Я уехала к тете Тане и поживу пока у нее. К тете Тане? Это Старонегорск, что ли? Мам, ну это такая глупость. А чего вдруг? Я так решила, это будет лучше для всех. Понятно. Ну, ты хотя бы предупредила бы. Мам, не могу говорить, я проспала, все. Пока, давай, потом поговорим. Вот черт, а. Держи иголки-то, мама. Дедушка, вам плохо? Присядьте. Ой. Ничего, ничего. Бывает. Давайте-ка мы пульс посмотрим. Ой. Может, я скорую вызову? Что? Скорую вызвать? А, не надо. Я свои болячки лучше всех докторов знаю. Не надо. Ох. Ой, ну давайте хоть провожу вас. Ах, спасибо. Так. Спасибо. Ух. Не ожидали. Пугает вас это заведение? Да, в общем, нет. Хорошо. Спасибо. Так, так, так. Да, и правильно. Чего там бояться? Да, многие тут даже счастливы. Поговорите есть с кем. Общение – это ведь как лекарство. Общение лучше, чем одиночество. А старость, она ко всем придет. Только бойся, не бойся, придет. Страшно, когда рядом никого нет. Вот это страшно. Валентин Петрович Гаврилов.
бухгалтер-экономист на пенсии. Светлана, безработная. О! Что, Петрович, невесту себе нашел? А, Зина, это я тебе работника нашел. О. Ты же говорила, что у тебя там есть какая-то блатная должность. Вот только на эту блатную никто идти не хочет. А что надо делать? Полы мыть, судно выносить. Угу. Ну как, потянешь? Попробую. А? Ну, пошли тогда. Вот так. Пошли. Ах ты, кавалер, а? А что ж вы думали? Это работник будет, ай-яй-яй, себе. Посмотрим. Ну, Светка-то чебучила. Могла бы мне сказать, что хочешь работу найти. Я бы тебя к себе в кафе устроила. Как-никак администратором работаю. Но точно нашла бы что-нибудь поприличнее, чем эти утки выносить. А утки, значит, выносить неприлично. Ладно, все, Тань, хватит. Что сделано, то сделано. Нет. Значит так, завтра пойдешь в этот пансионат и скажешь, что нашла другую работу. Не скажу. На работу завтра пойду. Светик, ну ты подумай хорошенько, ну тебе ж тяжело будет. Тем более в твоем положении. Ну зачем тебе нужны эти ведра, тряпки, растворы, а? Танечка, спасибо тебе за все, но я справлюсь. Ну вот вся такая упрямая была. С самого детства. Никогда меня не слушала. А потом жалела. И сейчас будешь жалеть. Красивые какие. Прям как я в молодости. Ну надо будет, да. Сейчас, секунду. Подожди. Тихо, слушаю. Валечка, привет, это я. Свет, ты что ли? А куда ты пропала? Второй день к тебе захожу, дома никого. А вчера вообще. До полночи музыка из твоей квартиры гремела. Ну, думаю, если бы ты была дома... Валь. А? Послушай, я уехала ненадолго к сестре. Выдворила-таки Маринка тебя из дому. Выгнала. Зараза такая. Валь, никто меня не выдворял. Я сама уехала. Просто хотела попросить тебя. Ну, пока меня не будет, ты там за Маринкой присматривай. Может, помочь, что надо. А что она у тебя? Маленькая, что ли? А вот пусть без матери поживет, почувствует, как оно это. А то на всем готовом, понимаешь. Вчера вообще балаган устроила. Ну, они же молодые, им отдохнуть надо иногда. Переработались? Бедненькие. Ну, ладно, присмотрю. А ты надолго уехал-то? Ну, там видно будет. Так, хватит болтать. Пошли чай пить. Ты не волнуйся, отдыхай. Я пригляжу за ними. Спасибо тебе, Валечка. Целую, пока. Ну ладно. Все, пока. Вот молодежь. Вот молодежь, ну. Да, вот ага. Так вот. Светик, я придумала наш дальнейший план действий. Какой план? Мы найдем тебе кавалера. Тань, ты обалдела. Ну какого мне кавалера? Какого? Хорошего. В мое кафе каждый день такие мужики наведываются за гляденье. Ты сама бы обратила на них внимание. Да ладно, и на меня хватит. Кстати, как тебе Олег? Какой Олег? Ну, сосед мой, который тебя встречал. Ой, ты перестань-то никак. Да, ты права, конечно, Олежка не фонтан. Не раз на полтора, как ты говоришь. Ой, со своим мотоциклом готов и дневать, и ночевать. Тоже мне бабу нашел. А тебе боевой нужен. Такой, чтобы и в хозяйстве ух, ну и чтобы зарплата была, что надо. Правда? Угу. Вот, может, тебе такой боевой и надо, а мне и так хорошо. Нет, Светик, я тебя выдам замуж, не отвертишься. Если ты оказался в полном дерьме, тебя бросила девушка, и не унывай, давай, наливай. Ты оказался в полном дерьме, тебя бросила девушка Е. Не унывай, давай, наливай, истина, как говорится, в вине. Истина, да. Денис! Я пришла. Блин.
Привет. Подожди. У меня для тебя кое-что есть. Это мой тебе подарок. Это пепельница. Прикольно. А поесть ты что-нибудь купила? Сейчас приготовлю. Ты бы хотя бы посуду помыл. Мне некогда, Марина. Я пишу песню. Значит, опять придется мне. Значит. Может, ты хотя бы дверь откроешь? Здрасте. Здрасте. А Марина где? Вкусно? Есть можно. В том-то и дело, что это есть нельзя. Денис, кто там? Я там. Где это моющее средство? Здрасте, тетя Валь. Здрасте. А мамы дома нет. А я знаю, я к тебе пришла проведать. Как вы там? Вижу, неплохо. Да, если бы еще знать, где это моющее средство. Где всегда оно у нее. Спасибо. Ужин? Типа того. Ну, я вижу, вы справляетесь. Если что надо, обращайся. Тетя Валь, а у вас нитки с иголкой не будет? В зале, в тумбочке. Светка все это в зеленой коробке хранит. Ага, спасибо. Здравствуйте, моя спасительница. Спасибо. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Ну, значительно лучше, чем вчера. Гаврилов, вы почему здесь? Вам ведь прописали постельный режим на 2 дня. Здравствуйте, Анжела Сергеевна. Я вышел свежим воздухом подышать. А для посещения у нас есть специально отведенное время. А я не посетитель, я работник. Работник чего? Анжела Сергеевна, это Светлана. Прекрасный человек. Она вчера устроилась к нам в пансионат на работу. Будет у нас убираться. А что это вы так разоделись, дорогуша? На танцульки пришли, что ли? Светлана, а это Анжела Сергеевна, наша самая главная медсестра. Вот именно. Так что давайте, Гаврила, в койку соблюдайте постельный режим. И вы не болтайте с пациентами, а займитесь своими прямыми обязанностями. Ну, Светлана, не обращайте на нее внимания. Она одиночка. Одиночество, понимаете ли, оно злит. Спасибо за цветы. Да ну. Увидимся. Коллектив у нас хороший. Добродушный. А главное, вот сюда. Главное, с директором повезло. С Кириллом Михайловичем. Заботливый. Культурный. Никогда голоса не повысит. А внимательный со всеми. Ну, золото, а не мужик. Ну, и вперед. Спасибо, Зин. Спасибо. Счастливо. Господи, проняси.
Алло, здравствуйте. Это вас снова директор пансионата Морозов Кирилл Михайлович беспокоит. Да, по поводу медикаментов. Я прекрасно вас понимаю, но вы нас поймите тоже. У нас сотни пожилых людей. Им без лекарств никак. Послушайте, скажите, у вас родители есть? Мне жаль ваших родителей. Сколько можно работать? Ну, хватит уже. Анжел. Понятно. Кирилл, ну нельзя жить одной работой. Я живу так, как считаю нужным. Нет, ты не живешь. Ты губишь себя. Правильно, себя. Тебя это не касается. Не касается. И как давно? Ясно. Извини. Светик, может, все-таки сходишь с нами, а? Тань, ну ты что? У тебя свидание, а не вечеринка какая-нибудь. Ладно. Слушай, Игорек мужчина приличный. Я разведаю, может, у него какой-нибудь бесхозный друг есть? Не нужно мне никаких бесхозных. Что-то совсем расклеилась. Устала. А я тебе говорю, меняй работу. Ты там с этими стариками скоро загнешься совсем. Смотреть жалко. Таня, мне их жалко. Они как дети малые, беспомощные. Я вот им помогаю, а сама папу с мамой вспоминаю. Все думаю, были бы они живы. Ой, как бы я за ним смотрела. Вот надо было бы, и на себе б таскала. Дуреха ты моя. Чуть не забыла. Вот, держи. Это что такое? Там координаты моего знакомого гинеколога. Между прочим, он врач от Бога.
Я с ним договорилась, чтобы он взял тебя под наблюдение. Завтра пойдешь и встанешь к нему на учет. Мужчина? Конечно. А ты что, не знаешь, что самые лучшие повара и гинекологи как раз-таки мужчины? А у меня нет регистрации, Тань. Ты меня вообще слушаешь? Я же с ним обо всем договорилась. Угу. Так, все, я опаздываю. Я побежала, потом все расскажу, как прошло. Девчонки, вы берите что-нибудь. Ай, везет тебе Маринка. Сама себе хозяйка. А я все не могу дождаться, ой, пока мои предки на Кипр свалят. Да, это, конечно, не дворец. Зато есть где потусить. Угу. Я же вам говорю, не квартира, а каморка папы Карла. Ну, туянки я понимаю. Хата. Дэн! Давай. Ну так а что, запись у тебя когда? А то ты бабло взял, а все только обещаешь. Нет, ты если не можешь, так и скажи. Да, и верни бабки. Парни, еще немного времени, и все будет тип-топ. Тип-топ, хип-хоп. Смотри, отечественный шоу-биз уже замер в ожидании. А чаша терпения может и переполниться. Ладно. Подождем еще немного. Йоу! Привет, Гордей. Слушай, встретиться надо. Завтра? Да, конечно, я подъеду. Угу. Игорек повел меня в дорогущий ресторан, но заказывал там всего, а потом в туалет вышел. И что? И все. Смылся. А я все деньги, что у меня с собой были, отдала, еще и не хватило. Хорошо, что там знакомые работают. Разрешили завтра расплатиться. Да это все ерунда. Светка. Меня ж тут весь город знает. Опозорил меня. Танечка, ну не надо. Не надо. Вот посмотришь. Ты еще такого мужчину встретишь. Еще все завидовать будут. Ты обещаешь? Обещаю. Ой.
Может, вам помощь нужна? Какая помощь? Все равно таких лекарств нет. Как это нет? Нет средств на дорогое обезболивающее. Так и ставят нам тройчатку. А она нам помогает, как мертвому припарка. Тройчатку, говорите? Безобразие. Ой. Вот давайте-ка мы ляжем на больную бок. Вот так вот. Вот так прижмите его. Вот так вот. А кому мы нужны, старики? Все, отработанный материал. Я сейчас попрошу, вам грелку принесут. Дэн, у нас 506 рублей, а жить еще неделю. Так из заначки возьми. А за учебу я чем буду платить? Может, тебе стоит о работе подумать? Я с тобой разговариваю. Да что ты пристала вообще? Женщина, не сидите. Ну, не примет он вас сегодня. Тем более уже конец рабочего дня. Я же вам говорю, у нас строго все по записи. Давайте я вас запишу, и через месяц придете. Только через месяц? А раньше никак? Ну, куда уж раньше. Понятно. Света? Юр, ты... Почему не убрано в 7-й и 8-й палатах? Анжела Сергеевна, поймите меня правильно. Человек отпросился на час. Сейчас придет и все сделает. Если вы так бездумно отправляете работников по своим делам, то берите швабру и мойте сами. Анжела Сергеевна, как это... Анжела Сергеевна, зайдите ко мне в кабинет. Чтобы через час здесь все сияло. Слушаю вас, Кирилл Михайлович. Будет сделано. Анжела Сергеевна, что у нас с получением медпрепаратов? Ничего, сказали, денег нет, ждите. Я-то подожду, а старики? Кирилл, ну ты же понимаешь, что всем не поможешь. Ты бы лучше о себе подумал. Может, сходим куда-нибудь? Анжел. Развеемся. Анжела Сергеевна. А, ну да. Меня же это... не касается. Извини. В общем, вышло так, что после той аварии функции руки не восстановились и... путь в хирургии был мне закрыт. Тогда я решил заняться общественной деятельностью. Думаю, раз уж я не могу помогать людям как хирург, ну, может, хоть так получится. Ты не изменился. Всегда старался всем помочь. Да. Помнишь, как ты мне помог? И с работой, и с квартирой. Да. А ты все равно была гордой, неприступной. Да ладно тебе. Как Людмила. Да хорошо. Через пару лет серебряную свадьбу отметим. У меня дочь. Вот, посмотри. Уже невеста.
18 лет в этом году будет. Светой зовут. Ты молодец. Да ладно. Что мы все обо мне, да обо мне. А ты как здесь оказалась? Юр, я работаю в пансионате уборщицей. Уборщицей? Ну, так жизнь повернулась. Ты постой, постой. Ну, может, я могу помочь тебе с работой, но поприличнее что-нибудь найти. Ты скажи. Нет. Ты мне лучше вот в чем помоги. Ну, в общем, так. Завтра утром приедешь в студию, звукари тебя уже будут ждать. Блин, ты меня просто спас, Гордей. Но у меня к тебе еще маленькая просьба есть. Маленькая? Это какая? Можно я партию ритм-гитары на гитаре Джимми Хендрикса запишу? Ну, пожалуйста, хотя бы несколько треков. Ну, ты соображаешь, ну. Где твой рэп и где Джимми Хендрикс? Слушай, в современной музыке уже давно стерты все границы. Какая разница? Рок, рэп, поп. Главное имя. Представляешь, какой фурор? Мы на диске крупно напишем. Ритм партии были исполнены на гитаре Джимми Хендрикса. И тебя заодно распиарим. Не надо меня пиарить. Я сам, кого хочешь, могу распиарить. Ну, давай, соглашайся. Ладно, черт с тобой. Да. Завтра утром сам привезу тебе гитару в студию. Спасибо. Угу. Но можно я ее сегодня заберу? Домой. Чтобы порепетировать, чтобы завтра уже время на настройки не тратить. Не, ну ты в уме ли? Ты соображаешь, сколько инструмент стоит? Угу. Что? Ну, подумай, что с ней может случиться? Я сегодня возьму ее в тачку и домой, а завтра опять в тачку и на студию, ну. В тачку, домой, в тачку, на студию. Ладно. За гитару ответишь головой. Напишешь расписку. Домой я тебя сегодня сам завезу. Мне все равно в твою сторону. Ну, а завтра возьмешь такси. По рукам. Спасибо тебе, гигантская Гордей. Просто огромная. Давай. Смотрите, не побейте. В подвал несите, пожалуйста. И эту коробку тоже. В подвал. Анжела Сергеевна, это что? А ты не видишь? Лекарства привезли. А где у вас здесь директор? Вот. Ну, я директор. Распишитесь в получении. Надо же. Неужели вот про нас пока не вспомнили? Столько времени добивались. Да вы спасибо своей сотруднице скажите. И что она такое мэру сказала, что он так отреагировал? Мэру? Сотрудница? Да вот же она. 3 часа вчера в мэрии сидела, все глаза измозолила. Это вы? Я, конечно, знал, что мы обязательно встретимся, но не думал, что здесь у нас. А. А, это вы. А, да. Я думаю, куда он пропал? Это первая игрушка моей дочери. Спасибо вам большое. Кирилл Михайлович. Светлана Константиновна. Очень приятно. А, Светлана Константиновна, вы когда освободитесь, вы зайдите ко мне, хорошо? Угу. А, Анжела Сергеевна, проконтролируйте тут все. Мэр, директор, уточка. А ты, я вижу, времени зря не теряешь. Ребят, заканчивайте побыстрее. Светочка, пойдем, милая, со мной. Я тебе чаю дам с пирожками. Войдите. Анжела Сергеевна. Кирилл, что происходит? Откуда ты знаешь эту уборщицу? Какую уборщицу? Светлану Константиновну. Она что, уборщица? Я сама удивляюсь ее способностями. Так откуда ты ее знаешь? Ну, это долгая история. Ага. Так расскажи. Времени у меня много.
Времени у вас мало. Вы на работе, Анжела Сергеевна. Ага. Ну-ну. Вы чувствуете? Отлично. Спасибо тебе, добрая ты душа. Ты так помогаешь нам, старикам. Вот видишь, как у меня в жизни. При живых детках. Ладно. Вот вы поправитесь. Мы с вами погуляем. Обязательно. Спасибо. Но не буду отвлекать. Тебе работать надо. А я посплю. Светлана Константиновна, можно вас? Угу. Что из себя сестру милосердия корчишь? Для ухода за больными у нас есть медицинский персонал. А ты будь добра, займись своими непосредственными обязанностями. А то вон грязь везде.